Всем привет! Я показывала, как вязать вот такие пинеточки для маленьких. Ссылка на экране, можете перейти по ссылке, посмотреть. Вяжутся очень просто и довольно-таки симпатичные получаются. К этим пинеточкам я буду вязать сегодня шапочку. Тоже для самых маленьких. Буду вязать шапочку на ребенка до 3 месяцев. Вот, и я покажу, расскажу, как рассчитать количество петелек и как связать саму шапочку. Итак, для начала я взяла ниточку. Ниточки я беру вот детский акрил. Они очень хорошо подходят и для шапочек, вот и для топиков. Много чего можно вязать из этих ниточек, но вы берете ниточку ту, которая нравится вам. И считаете, уже делаете расчеты по вашей ниточке и по размеру шапочки, которая необходима в вашем случае. Как это делать? Вот я набрала образец 15 петель и провязала. Здесь у меня 4, 4, 8, 10, 10 рядов получается той вязкой, которой я буду вязать шапочку. И нам нужно посчитать, сколько сколько петель в одном сантиметре. Итак, давайте померяем. Вот. Так, ну вот, у меня получается мое вязание 8 сантиметров. То есть, давайте запишем. Так, 8 сантиметров, это у меня 15 петель. То есть, мне нужно рассчитать, сколько в одном сантиметре петелек. Для этого 15 делим на 8. И у нас получается 1,8 петелек в одном сантиметре. Итак, обхват головы ребенка в возрасте от 0 до 3 месяцев, то есть самый маленький, получается 36-39 сантиметров. Ну, я беру средненькое 38 вот сантиметров. На этот обхват я буду вязать вот шапочку. Шапочка вязаная, поэтому плюс-минус она тянется и будет хорошо сидеть как на 36, так и на 39 сантиметров обхват головы. То есть вот так. Дальше. Нам нужно высчитать, сколько нам нужно набрать в итоге петель. Для этого 38 сантиметров мы умножаем на 1,8. Вот 1,8 петелька в сантиметре. В итоге у нас получается 68 петель. И я рекомендую при вязании спицами, если вяжем крючком, к примеру, то как бы такое же количество петелек мы бы и брали 68. Но когда мы вяжем спицами, вязание более такое вот получается, более тянучее вот на спицах. Поэтому сантиметр 2 я убавляю петельки. Ну вот скажем 2 сантиметра, 1,8 в 2 сантиметрах, ну это получается где-то 3,5 петельки. Вот уберем 68 минус 3 петельки. Итого у меня получается 65 петель. И теперь я беру, это я уже снимаю, образец не нужен, мы все посчитали, и я набираю на спицы вот это количество петель, 65 сантиметров. Набираем. Итак, набрали на спице 65 петель и начинаю вязать лицевой гладью. Если мы вяжем по кругу, у меня круговые спицы, можно было бы вязать по кругу круговыми вот спицами, либо как вяжутся носочки, 4 спицы, 5 вспомогательная, тогда получается у нас вязание по кругу, и все петельки у меня были бы только лицевые. Я буду вязать проще, то есть для начинающих будет вот такой вариант более простой. Буду вязать на двух спицах. Итак, первый ряд я вяжу лицевые петли, то есть все петельки у меня лицевые. Второй ряд у меня будут изнаночные петли. Итак, вяжем первый ряд лицевыми петлями.
Вот, провязали. Следующий ряд вяжем изнаночные петельки. Провязали. Теперь снова вяжем третий ряд. Вяжем лицевые петельки. Провязали и четвертый ряд вяжем изнаночные петли. Провязали 4 ряда. Теперь берем ниточку желтого цвета. Можно вязать ниточкой одного цвета, но мы будем уже делать так же, как пинеточки. Первую петелечку я белой так и снимаю. И теперь желтой ниточкой, вот у нас ряды связаны изнаночной гладью. Но первый ряд я буду вязать лицевыми петлями, провяжу один ряд. Так как сейчас покажу, если мы будем вязать изнаночными, вот для примера, чтобы было понятно, почему нужен один ряд лицевыми, то у нас будет вот некрасиво здесь вот переход от ниточки одного цвета к ниточке другого цвета. Если бы у нас было все связано белой ниточкой, то этот ряд я бы вязала изнаночными петлями. А так вот видите, белые ниточки, вот получается некрасиво. Поэтому первый ряд ниточкой другого цвета, если вы вяжете, мы провязываем лицевыми петлями. За хвостик я придерживаю ниточку, потом мы эту ниточку зафиксируем в следующем ряду и начинаю вязать лицевые петельки. Вот, провязали ряд, снова переворачиваем вязание, и с изнаночной стороны мы вяжем ряд лицевыми петлями. С изнаночной стороны будет смотреться изнаночные. Итак, вяжем лицевые петельки. Вот, довязали до конца ряда, остается у меня 2 петельки. И вот захватываю ниточку, сейчас эту провязываю, предпоследнюю. А последнюю петельку я провязываю вот обе ниточки вместе. Первая, вот хвостик, который мы оставляли, и эту, две нитки вместе, то есть фиксируем. Вот так вот. Дальше снова переворачиваем наше вязание и вяжем, это лицевая сторона, вяжем ряд изнаночными петельками. Хочу еще вот заострить внимание, я в пинеточках показывала, но еще раз расскажу, что вот когда мы вяжем ниточками двух-трех цветов, то вот белую ниточку я не просто оставляю, а я каждый раз ее переплетаю вместе с желтой, чтобы потом не было сильно длинных переходов. Поэтому вот сейчас вот таким вот образом хвостик уберем, чтобы не мешал. Вот так
зацепили, и она у нас вот поднимается вверх, белая ниточка. И так вяжем снова изнаночные петельки ряд. Это у нас третий ряд. Вот, провязали. И четвертый ряд мы вяжем вот с изнаночной стороны лицевыми петельками. Вот, провязали. И вот обратите внимание, это изнаночная сторона. И вот белая полосочка, где у нас идет, у нас смотрится изнаночными петельками. А вот желтая полосочка у нас смотрится с этой стороны, как лицевые все петли. Если мы перевернем с лица, то вот видно лицевая гладь, изнаночная гладь, вот ряды. Теперь снова переходим вот к белой ниточке. Так. И вяжем полоску лицевой гладью. То есть лицевые ряды, лицевая сторона идут лицевые петли, изнаночная сторона идут у нас изнаночные петельки. Вот, вяжем лицевыми. Вот, точно так же, как мы начинали вязание. Итак, нам нужно связать ширину нашей полоски, вот всей полоски. Если учитывать, что глубина детской шапочки на ребенка до 3 месяцев где-то 12-14 сантиметров, то как рассчитать? Вот я 12 беру сантиметров, разделяю на 3, на 3. То есть третья часть у нас верхняя, это будет та часть, где мы будем убавлять петельки. То есть будет 4 сантиметра. Соответственно, две первые части, это будет 8 сантиметров. Итак, нам нужно вывязать вот ширину, все полосочки вместе, 8 сантиметров. Итак, вяжем, чередуем белую с желтой полоской на ширину 8 сантиметров все вместе. Итак, вяжем. Итак, провязали. Вот получается у меня 8 сантиметров. Вот вязание. И теперь начинаем, нам нужно начать убавление петель. Я количество петель, у меня 65, разделяю на 6, то есть на 6 частей. И получается, у меня получается где-то там 10 с хвостиком, но я беру, округляю, 11 петель. То есть если было бы 66, было бы 11. То есть в одном месте у меня просто будет 10 петелек. Итак. Берем белую ниточку, вот, и начинаем вязать лицевой гладью, так же как и вязали. Первую снимаю, дальше вторая петелька, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцать, одиннадцать. Дальше две петельки провязываю вместе. Вот, провязали. Снова один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь,
9, 10, 11. И снова следующие две провязываем вместе. Провязали. Дальше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Следующие две провязываем вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 и 2 вместе. Восемь, 9, 10, 11 и последние две петельки вместе. Так, это вот где у нас идут по 2 вместе, это будут наши точки убавления. Теперь следующий ряд вяжем изнаночными петлями. Итак, провязываем вот до места, где у нас идет убавление, 2 петельки вместе. Можете булавочками отметить, но в принципе в вязании это все хорошо видно. Вот сейчас мы. Вот у нас было 2 вместе, вот 2 петелечки. Оно видно, это место хорошо. Но можете сразу отмечать булавками, если вяжете первый раз. И теперь мы вот эту петельку и следующую петельку провязываем вместе. Ну, соответственно, изнаночной, так как изнаночными вяжем сейчас ряд. Снова вяжем. И вот дошли снова до, вот где у нас 2 петельки вместе вот было, и провязываем снова эту петельку и следующую 2 вместе. Дальше 2, 4, 5, 10, это у нас через 10 получается, вот, и снова вот 2 вместе было в этой точке, провязываем ее и следующую петельку вместе, и так вяжем дальше. Так, до следующей точки вот дошли. И снова провязываем 2 вместе. Вот теперь снова провязываем вот 2 последние петельки, 2 вместе. Вот мы будем один раз с одной стороны убавлять, другой раз с другой стороны. Так как это получается как бы одна точка. Здесь мы, ну, потом аж пришиваем, и это как бы одно убавление, одно место убавления. Переворачиваем вязание. Вяжем лицевыми петлями, это у нас белая ниточка. И точно так же убавление делаем. Вот я перекручиваю здесь желтое, как бы приподнимаю желтую, захватываю. Вот видите, здесь нету таких больших вот переходов ниточек, вот потому что я каждый раз, вот когда перехожу к следующему ряду, я захватываю ниточку предыдущего цвета ниточку. Итак, вяжем дальше.
Вот, дошли, вот у нас было 2 вместе. Берем снова эту петельку и следующую. И провязываем вместе. Снова идем до следующей точки. Так. Вот, дошли. Снова у нас вот было 2 вместе. Эту петельку теперь и следующую провязываем 2 вместе. И так вот в каждой точке, в такой, мы в каждом ряду делаем убавление, то есть петельку, в которой вот видно, вот есть, и со следующей провязываем вместе. Так. Вот снова дошли до этого места, провязываем вместе. И заканчиваем ряд, тоже 2 петельки последние у нас будут тоже 2 вместе, так как начало ряда вот здесь мы не убавляем, мы убавляем каждый раз в конце ряда. То есть это, как я уже говорила, одна точка убавления. Вот 2 вместе. Переворачиваем и все точно так же. Изнаночные петли белой ниточкой. Это у нас лицевая гладь идет. Так. Вот, дошли до вот места, где у нас было 2 петельки вместе. Эту петельку со следующей провязываем вместе. И так вяжем дальше. Вот у нас было здесь вот 2 вместе, поэтому эту петельку со следующей провязываем 2 вместе. Так вяжем до конца ряда. Во всех точках убавления мы убавляем. Вот видно места убавления. Вот видно хорошо. И так дальше убавляем. Вот я уже для себя просто прикинула, ну, померила, вернее. Сейчас я покажу вот линеечкой. То есть у нас оставалось вот на убавление 3 сантиметра. Вот 2 полоски, вот белая и желтая. Вот у меня получается. Вот как раз это вот идет 3 сантиметра. То есть на белой уже убавление сделала. Дальше. Берем желтую. У нас идет желтая полосочка. Первый ряд мы помним, вяжем лицевыми петельками. Так. И точно так же в местах, где у нас идут убавления, мы убавляем. Вот. Дошли вот до места убавления, берем эту петельку и со следующей провязываем вместе и так далее. Вот, снова дошли до места и 2 вместе провязываем. Так до конца ряда. Вот хочу еще показать, когда, то есть все одинаково, убавление вы делаете. Каждую петельку, где у нас шли убавления, с каждой следующей петелькой вот провязываем 2 вместе. И так как у нас сейчас идет лицевая гладь, изнаночная, простите, гладь, изнаночными петельками мы и делаем убавление вот изнаночной. Вот так вот.
То есть как вяжем, какими петельками, так и ну, провязываем убавление. Вот, снова дошли вот до этого места и изнаночными петельками вот провязываем 2 вместе. Вот, уменьшилось у нас количество петелечек. Вот у нас остается на спице 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 петелек. Но я бы еще убавила, чтобы можно, в принципе, уже вот так вот собрать. Ну, мне кажется, что это много. То есть я ищу ряд той же желтой ниточкой, можно и белой, ну, чтобы уже как бы у меня красивый... красиво макушечка вот получалась, я довяжу желтый. Ничего страшного, что здесь будет заканчиваться немножко более толстый ряд. И сейчас я провяжу, вот чтобы красиво тоже потом закрыть петельки, я провяжу здесь точно так же вот изнаночными. Так, теперь 2 вместе. То есть так же, как и по узору, как мы и вязали. То есть мы еще закроем немножко петель. Так, вот у нас шли. Вот, есть. Теперь достаточно. И теперь можно, в принципе, вот взять иголку и вот ниточку, эту вот ниточку, затянуть в петельки и стянуть. Но я так делать не люблю. Мало ли что, потом где-то ниточка порвалась при стирке и начинает распускаться наша шапочка. Это совсем не интересно. Поэтому я просто закрываю петли. Вот. Закрываем петельки все. И только потом я сошью это все, стяну. Но мне так более надежней. Хотя можно, в принципе, я же говорю, протянуть ниточку в петли и стянуть петельки. Вот, закрыли все петли, оставили ниточку, хвостик для того, чтобы вот все это собрать. Вот, последнюю петельку затянули. И теперь вот так вот аккуратно, вот через каждую петельку, вот, вот так, протягиваем ниточку. Вернее, иголку с ниткой, наверное, так правильно. Вот так. И через все петельки. Вот, протянули и стягиваем аккуратненько. Поправляем аккуратненько все это, стягиваем и фиксируем. Вот с этой стороной у начала вот, вот наша первая. Вот так вот затянули и фиксируем ниточку. Теперь нам нужно сшить вот заднюю часть шапочки, вот эти вот две стороны, аккуратненько, легким швом, чтобы не сильно
не грубый шовчик был, вот. Вот так вот. Складываем, чтобы петелька к петельке вот были. И аккуратненько, легонечко вот так зашиваем. Можно это делать при помощи крючка. Когда я прошиваю, вот у меня, так как у меня идут белые, можно все в принципе аккуратненько желтой ниточкой. Но чтобы было более красиво, там где желтая, я прошиваю желтой ниточкой. Вот заканчивается у меня желтая ниточка. И я вот оставила хвостик, где у меня был последний ряд белой ниточки. Я оставила хвост тоже белой нитки и прошиваю там, где белые ряды, я прошиваю белой ниточкой. Вот можно при помощи крючка. Вот захватываем ниточку и тоже точно так же, как и иголкой, вот прикладываем друг к дружке аккуратненько и захватываем ниточку. Так, снова. Ой. Вот так. И захватываем. И еще раз. Вот. Так. Затем возвращаемся снова к желтой ниточке. Вот она у нас здесь вот осталась. И мы аккуратненько, вот то ли иголкой, то ли крючочком, вот так вот. Сейчас я, чтобы было видно, ее пропускаю на изнаночную сторону, вот видите? Вот. И с изнаночной стороны вот так аккуратненько, легенько по ниточкам дохожу до желтого цвета, пропускаю ниточку, то есть вот таких огромных переходов нету, все в вязании, и здесь тоже аккуратненько смотрится. И начинаю дальше вот прошивать желтой снова ниточкой. Затем снова возьму, точно так же пропущу через желтое с изнаночной стороны вот этот хвост белой нитки и буду прошивать белой дальше, там где белые ряды. Итак, шьем шапочку, зашиваем. Вот зашили шапочку сзади шовчик, вот так вверху получается шапулька. И ну вот на это чудо я просто одену, чтобы показать, как смотрится хоть примерно эта шапочка. Вот. Ну вот так вот. И теперь, если хотим, можно довязать ушки к шапочке. Итак, как же рассчитать, сколько петелек нужно нам на ушки? Ну, можно, в принципе, примерить на малыша, если есть такая возможность, и отметить, где вы хотите вот вывязать ушки. Или же методом расчетов. Вот, к примеру, у меня 65 петель. Вот. Мы делим 65, делим на 5. Это у нас получается вот 13 петель. Итак, каждое ушко у нас будет 13 петель. Затылочная часть 13 петель. Второе ушко снова 13. И остальные 26 петель это будет у нас впереди идти. На лобовой части. И так отмечаем булавочками. Итак, при помощи булавочек вот я отметила затылочную часть 13 петель. Вот здесь вот от булавочки до булавочки это ушко 1 13 петель, вот это второе ушко 13 петель,
И вот здесь вот у нас 26 петелек получается. И теперь я буду ушки вязать ниточкой желтого цвета и набирать петли мне удобно при помощи крючка. Если хотите, это можно делать спицей. Итак, вот здесь вот захватываю ниточку. Вот так. Первая петелька есть. Дальше. Следующую петельку. Вот так вот. Вторая петелька у нас. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Восьмая. Девятая. Десятая. 11, 12, вот, и 13, вот, набрали. И теперь вязать я буду лицевой гладью ушки. Так, теперь я беру спицы и начинаю вязать. Этот ряд у меня изнаночный. Итак, провязываю, первую снимаю. Вот изнаночная. Так, сейчас крючочек поверну. И так вяжем до конца ряда изнаночными петлями. Длину ушек вы вяжете так, как вы хотите. Их можно сделать закругленные, можно треугольные сделать, а можно сделать вообще длинные вместо шарфика, можно завязывать потом. То есть тут уже выбор за вами. А как рассчитать, где привязать ушки, я вам показала. Так, и последняя петелька. Я буду петельки убирать в каждом четвертом ряду, вот по краю. Так, это у нас третий ряд получается. Так, ну эти булавочки можно убрать, чтобы не мешали. Переворачиваем. И вот здесь я провязываю, вот это у меня четвертый ряд, две петельки вместе крайние. С одной стороны дальше вяжем до конца ряда, и последние две петельки мы тоже провязываем вместе. Так, вот есть. Вяжем дальше. Вот снова четвертый ряд после прошлого убавления. Снова вот две петельки провязываю крайние вместе. Дальше снова вяжем 4 ряда. И в четвертом будем снова убавлять. Вот видите, у нас идет уже в виде трапеции видно. Но, как я говорила, можно ушки делать и закругленные. То есть провязать ровненько и в конце вот закругление сделать, так как вы хотите. Ну, тут уже на выбор. И так вяжем. Вот снова четвертый ряд. Две вместе.
И с этой стороны провязываем 2 вместе. И точно так же вяжем дальше, снова 4 ряда. Снова 4 ряд закрываем, 2 петельки крайние. И снова 2 петельки. Итого у нас на спице остается сейчас 5 петель. И сейчас мы в следующем ряду закрываем снова 2 петельки и еще 2. И вот у нас осталось 3 петельки. Вот такой вот треугольничек. И дальше можно закрыть эти петли и сюда то ли пришить веревочку, завязочку, то ли дальше довязать эту завязочку можно при помощи крючка, очень удобно. Ну вот так вот у нас получается ушко. Точно такое же ушко вяжем второе. Ну вот, довязали оба ушка. Крючком я вывязала веревочку, завязочку, просто цепочкой. Украшаете так, как вам нравится уже. Ну, вот такая шапулька получается. Вяжется очень просто, дольше рассказывать, чем вязать. Вот. И садится на голове очень удобно. Очень хорошо. Ну, нету ребенка, но вот у меня есть такой вот. Такая вот игрушка. Конечно, уши тут у нее большие. Может быть, по размеру не совсем. Ну, хотя бы посмотреть, как эта шапочка сидит. Ну, вот как-то так. Вяжите тоже. Надеюсь, вам понравился мой видеоурок. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.